Для жителей сельских храмов общение с архипастырем – событие редкое и потому особо ценное. Такой радости удостоились за два дня сразу несколько приходов Меликесской епархии. Подробнее об архиерейских посещениях расскажут наши коллеги. Преосвященный Диодор, епископ Меликесский и Чердаклинский, совершил архипастырский визит в храмы Терингульского и Сингелеевского благочиний. В каждом храме владыка Диодор совершил молебен у принесенной им иконы блаженной Матроны Московской с частицей ее честных мощей. Икона-то, она довольно-таки особенная, потому что эти иконы вручали всем архиереям в 2000 году на архиерейском соборе, когда была прославлена святая блаженная Матрона и живых святых. Поэтому эту икону тогда, как участник собора, получил наш покойный владыка митрополит Прохор. И вот эта икона, она теперь хранится у меня. В нашем регионе это единственный образ такого плана, вот именно, который связан непосредственно с деяниями канонизации блаженной Матроны. Владыка посетил храм в честь святого преподобного Иоанна Дамаскина, село Подкуровка. Храм в честь иконы Божией Матери Владимирская, село Ясашная Ташла. Храм в честь Пресвятой Троицы, село Молвино. Свято-Введенский храм рабочего поселка Теренга. Храм святителя Николая, село Еремкино. Храм святителя Николая, село Кротково. Молельный дом в честь святителя Николая, село Никольское. Покровский храм, село Вырыстайкино. Храм Архангела Михаила, приход великомученицы Пороскевы Пятницы, село Тушна. И храм преподобного Сергия Радонежского, село Артюшкино. После помазания священным маслом и окропления святой водой всем прихожанам были подарены православные книги для домашнего чтения. Пресс-служба Меликесской епархии.